Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артем Талич. И это первый отчетный ролик старта нашего летнего замечательного курса. Во время щелчка у нас была такая традиция, мы каждый день выпускали отчетные ролики. Я подумал, а что если мы такую же традицию с вами запустим и в рамках летнего курса? Может быть, каждый день будем выпускать отчетные ролики, может быть, через день. В общем, посмотрим, как вам зайдет. Давайте сегодня с вами обсудим, что мы сделали. Мы провели с вами хороший, классный организационный вебчик. Собственно, как готовиться к ЕГЭ 2025 по физике. То есть, какая должна быть методология, какая должна быть структура, план. Самое главное, друзья, составьте себе план. Если в рамках щелчка я говорил, вот в рамках несколько дней возьми и быстро сделай план, то в рамках, понятно, летнего курса и в рамках подготовки, там, в рамках года, да, то можно план составить не прямо сейчас, а давайте вот договоримся в рамках недели. Вот поставь себе задачу, что в рамках недели ты сделаешь себе красивый, четкий план. И напоминаю, основные тезисы плана. Не надо бояться сделать неправильный план. Он все равно будет так или иначе вами корректироваться, это нормально. Но когда есть план, вы можете как бы следовать ему, и у вас будет какая-то самодисциплина. Это очень важная штука во время подготовки, потому что я всегда говорю, да, есть мотивация, там, мы заряжены, говорим, там, сдай ЕГЭ. Ну, это все понятная история. Но дисциплина-то, она-то нужна. И самодисциплина, вот план помогает как раз контролировать вашу самодисциплину. При этом надо также помнить, что вы, возможно, можете пойти нафиг со своим планом, в том плане, что, ну, там где-то заболеете или просто не захотите что-то делать, и план ваш срывается. Если ваш срывается план, то мы не унываем, мы не говорим, блин, теперь я не могу ничего делать, я вообще план свой не придерживаюсь. Берешь, переделываешь свой план заново. Все нормально. Это, знаете, как начать заниматься спортом. Вот я постоянно пытаюсь начать заниматься спортом, как-то где-то позанимаюсь, где-то нет. И я просто понимаю, что вот я нахожусь в таком ритме, и это окей. Значит, мы сегодня с вами обсудили ЕГЭшечку, провели классный организационный веб. Дальше давайте по ссылочке в описании оставлю вам гайд. В телеге я уже публиковал его. Там как раз в гайде более подробно все расписано, что можно ботать. И, соответственно, завтра, друзья, у нас состоится с вами первый контентный вебинар. Математика физики. Виталич будет выдавать вам базу. Математика нам очень сильно важна, и без математики нет даже смысла пытаться что-то изучать в физике. Поэтому, друзья, завтра обязательно приходим. Завтра, кстати, еще открытый вебчик будет летнего курса, а потом уже закрытый вебы. Приходим завтра в 11:00 и с вами ботаем с кайфом математику. Будет очень круто. Напишите обязательно в комментариях, посмотрели ли вы сегодня первый организационный веб и составили ли вы себе план подготовки. Ну а если не составили, то напишите, когда вы планируете составить себе план подготовки. На связи был Артем Витальевич. Не забываем лайк, подписка и до новых встреч. Всем пока!